Шалом, шалом! И это мудрость Торы на каждый день с Леви Харпатиным. Важность иметь духовных наставников. После того, как Яков переехал в Хеврон, он стал главой своего семейства. И Иосиф начал ему рассказывать свои сны. И сказал Иосиф: «Выслушайте меня, сейчас я вам поведаю свое новое сновидение». Иосифу снилось все время одно и то же на тот период времени. Он рассказывал о войне двух народов. Он боялся, переживал и хотел предотвратить все невзгоды, которые могли связывать их с этим сном. Иосиф был для очень многих людей духовным наставником. И он выполнял мицва, он помогал людям, давал советы и очень многое разъяснял. На примере его мы, как еврейский народ, обязаны также выбрать себе духовного наставника, делиться с ним проблемами и радостью, общаться и вести диалог, чтобы он мог добавлять нам то, что он владеет и знает, а мы могли слушать его и быть всегда в контакте. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин. До новых встреч!